Прошедшие выборы президента Белоруссии, на которых с большим отрывом победу одержал Александр Лукашенко, были ознаменованы несколькими важными событиями. Во-первых, Евросоюз намекнул, что санкции с Белоруссией могут быть временно ослаблены или даже сняты. Во-вторых, Нобелевская премия по литературе была присуждена белорусской писательнице Светлане Алексиевич. Два этих пунктика перед выборами как бы намекают, что Лукашенко, кажется, хотели таким образом подкупить. Но пока непонятно, клюнул он или нет. Что это за подачки со стороны Евросоюза и Запада, и какими будут отношения России и Белоруссии после этих выборов? Своим мнением поделился постоянный эксперт накануне ТВ, политический консультант Анатолий Вассерман. Полагаю, обещание Евросоюза снять санкции – это скорее попытка отколоть Белоруссию от остальной России. Дело в том, что политика Лукашенко направлена на очень тесное экономическое взаимодействие с Российской Федерацией и в то же время четкое дистанцирование, чтобы все и экономические, и политические связи двух республик развивались не стихийно, а под контролем Минска. Поэтому мне кажется, что все западные обещания каких-то льгот в пользу Белоруссии или хотя бы отмены санкций, введенных, кстати говоря, совершенно без законных к тому оснований, это, по сути, всего лишь намеки на желательность отрыва Белоруссии от Российской Федерации. Непонятно, чего ожидали от Лукашенко представители Евросоюза, но уж вряд ли того, что он добровольно освободит кресло для другого кандидата. Другой вопрос – Нобелевская премия по литературе. Анатолий Вассерман считает, что такое решение Нобелевского комитета ничуть не положительно для Белоруссии, а даже наоборот, играет антирусскую и антибелорусскую роль. Мягко говоря, это не вполне литература. Но даже если не принимать во внимание это обстоятельство, вполне понятно, что награждение Алексиевич – это деяние прежде всего антирусское, в том числе, конечно, и антибелорусское. Думаю, что позиция президента Белоруссии сыграла второстепенную роль. С ним Запад уже давно не дружит. А вот изменение взаимоотношений Запада с Российской Федерацией стало, на мой взгляд, ключевой причиной решения Нобелевского комитета. Подведем итог. Как же скажутся такие подачки на отношениях России и Белоруссии? Получится ли у Запада сделать из нашего соседа еще один инструмент, направленный против нашей страны? Анатолий Вассерман уверен, не получится. Я думаю, что раз уж Лукашенко оказался достаточно здравомыслящим, чтобы выстроить такую элегантную систему управления и столько лет подряд ее поддерживать, он достаточно здравомыслящий, чтобы не поддаваться на обещание бесплатного сыра в европейской мышеловке. Беларусь, несомненно, союзник Российской Федерации, хотя бы потому, что совершенно очевидно, Белоруссия может существовать в нынешнем своем виде, защищаться от аппетитов Запада, только пока и постольку ей дружественно сильная Российская Федерация. И поэтому во всех случаях, когда интересы Российской Федерации оказываются под угрозой извне, Белоруссия будет выступать на нашей стороне. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».